Мордовское управление Следственного комитета заинтересовалось обстоятельствами падения мужчины в незакрытый колодец. Об этой истории со счастливым, в общем-то, концом мы рассказывали в предыдущем выпуске наших новостей. Случилась она, напомню, во вторник вечером. Главный ее герой решил сократить путь с завода до остановки и угодил в открытый люк. Не иначе как чудом, упав с высоты более чем 3 метра, серьезно не пострадал. Последнего заряда телефона хватило на то, чтобы из-под земли дозвониться по телефону 112. Спасателям пришлось провести целое расследование, чтобы разыскать пострадавшего и освободить его из внезапного заточения. Несмотря на то, что мужчина от госпитализации отказался, следственные органы решили выяснить, как так вышло, что на пустыре можно попасть в потенциально смертельные ловушки и в чьей зоне ответственности они находятся. Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Республике Мордовия организована доследственная проверка с целью установления обстоятельств падения мужчины в канализационный колодец. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, устанавливается организация, ответственная за надлежащее содержание канализационных люков. По результатам проверки следствием будет принято соответствующее процессуальное решение.